www.jamiroquai.com. Я руководитель данной компании Alpha Source Service, который выпускает воду El Clásico. Мы уже с 2015 года динамично развиваемся, с каждым годом нас становится все больше и больше. На сегодняшний день наша организация создала 18 новых рабочих мест. Планируем еще минимум 5-6 мест, потому что не хватает людей, надо развиваться. И у нас уже есть стратегия, есть свои планы, по которым мы следуем. И к концу года, я думаю, уже нас будет 25 минимум. С налоговыми органами у нас достаточно тесный контакт. И еще теснее мы столкнулись или почувствовали их во время прошлого года, когда началась вот неприятность по поводу коронавируса. Они были все время на связи. В тот тяжелый момент они все время звонили, спрашивали, чем помочь, что сделать, как вывести нас на прежний уровень. Всячески сопровождали нашу бухгалтерию, отчеты, помогали сдавать, быстро разъясняли. Была проблема с кассовым аппаратом, они оперативно за один день ее решили. То есть отправили человека, он установил, сделал. Я доволен. Была безработной и пришла на предприятие и не пожалела об этом. Коллектив очень веселый, дружный. Я отвечаю за качество воды, проверяю качество обработки капсул. И самое главное, чтобы оборудование было все в чистоте и в исправности. Зарплату на предприятии нам дают вовремя. Я инспектор отдела обслуживания юридических лиц. На сегодняшний день у нас задача помочь как можно больше предпринимателям в их осуществлении их деятельности. В дальнейшем мы планируем с предпринимателями быть более ближе, не оставлять их проблемы без внимания. Вопросы, которые входящие в наши компетенции, мы стараемся оперативно и быстро исправить и помочь. We'll be right back.